Всем привет! В этом видео вы узнаете две новости. Одну хорошую и одну не очень хорошую. Всем приятного просмотра! Начнем с хороших новостей. Аниме по Геншину совместно со студией UFO Table, которая создавала клинок, рассекающий демонов, было анонсировано еще 2 года назад. И в последнее время наконец началось хоть какое-то движение. Доменные имена, связанные с проектом, были обновлены и переданы под управление студии UFO Table. Это означает, что сайты были обновлены, но пока недоступны к публичному просмотру. 16 августа в моем телеграме появятся новые промокоды на 300 примагемов в сумме. Ссылка в описании. Кроме того, сейчас активно набираются люди для создания мерча по аниме по Геншину. А на некоторых сайтах даже указана дата выхода – 2024 год. Так что есть шанс, что уже на эту годовщину Геншина нам дадут хоть какую-нибудь информацию о релизе аниме. А может и вовсе анонс даты выхода. Почему так долго? Ну, наверное, потому что ховерс хотят заработать как можно больше прибыли. А потому очень тщательно подходят к релизу, чтобы все были довольны. А теперь к плохим новостям. Касаются они только России. Остальные страны могут спокойно выдохнуть. Как известно, YouTube сейчас намеренно замедляют. Сейчас он у кого-то работает, у кого-то уже вообще не работает, а у кого-то работает, но с перебоями. А к осени, возможно, его и вовсе заблокируют полностью. Из-за чего вы можете потерять частицу новостей по Геншину. Поэтому прямо сейчас я предлагаю перейти в мой телеграм-канал. Ведь все новости и промокоды появляются там раньше всего. А ссылка в описании. Напишите в комментариях, что вы думаете об аниме по Геншину и о блокировке YouTube. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!